США с новой силой разгорается дизельный скандал с маркой Volkswagen. Американское федеральное агентство по охране окружающей среды обвинило концерн в том, что программное обеспечение, занижающее количество вредных выбросов во время сертификации автомобиля, было установлено не только на машины марки Volkswagen, но и на премиальные внедорожники Audi и Porsche. В самом концерне информацию уже опровергли, однако новые обвинения грозят автопроизводителю крупным финансовыми потерями. К штрафу в 18 миллиардов долларов могут добавиться судебные иски на сумму до 40 миллиардов евро. Скандал вокруг марки Volkswagen разгорелся после того, как власти США обнаружили в автомобилях с дизельными двигателями специальное устройство, которое позволяет обойти жесткие экологические нормы.